Случилось просто апрельское чудо. Мне позвонил Анатолий. Впервые состоялся наш разговор не вживую, но по телефону уже что-то. То, что ты показываешь. 20-27 в Дубае увидимся, то... Позвонил Толя с незнакомого номера, признавался в любви и ненависти, называл уебаном и красавчиком, стильным и колхозником, звал на турниры многое другое. Именно так описывает события вчерашнего вечера Данил Алиев. И да, это случилось. Между Анатолием Сульяновым и Даней Регбистом состоялась беседа по видеозвонку, прелюдией которой стал очередной сторис на странице главы Hardcore Media. «Дань, как ты? Вообще скучаю по тебе, по нашим бифам. Приходи на турнир 27 апреля. ЦСКА-арена, очень жду. Ты крутой, правда. Обнял только топ-дог». А затем заправил это все соусом реплики Люка Рокхолда. Только топ-дог. Эмоциями от такого столь знакового момента не мог не поделиться сам Регбист. Случилось просто апрельское чудо. Внезапно мне позвонил Анатолий, и впервые состоялся наш разговор не вживую, но по телефону уже что-то. И что я могу сказать? Я был и красавчиком, и уебаном, и стильным, и колхозным, и многое другое. В одном он остался неизменным, в том, что у меня отвратительная прическа и ужасно кривые зубы. Стабильность – это уже признак мастерства. Но я хочу вам напомнить, что 13 апреля будет у нас турнир в Казани, ТОП-БЛОК 28 с самым лучшим кардом. Может, даже Анатолий туда занесет. Кто знает, он действует довольно непредсказуемо. Поэтому покупайте билеты, чтобы не пропустить, возможно, первую встречу лицом к лицу с Толей. Однако Анатолий Юрьевич, видимо, не разделяет радости от этого разговора, крепким матом пройдясь по своему экс-собеседнику. В тот вечер под обстрел необычного настроения Толи попал и перс, которого он также не обделил вниманием. Впечатлениями от такого созвона Мухаммад поделился у себя в Инстаграме и пригрозил в скором времени наказать как Сульянова, так и Рокхолда в борцовской схватке. Только что общался с Люк Рокхолд, тренер реалити хардкор. Много чего сказал. 27-го, как я поединок закончу, я прилетаю там. И тебе 10 минут делаю по схватке, чтобы больше не болтал. А насчет Толя, то, что ты показываешь и говоришь, я поднял грэплинг и так далее. Попробуем, да? 20-27-го в Дубае увидимся, Тол. И думай, да? И это бойцы UFC, которые чемпионы, чемпионы, эти фальшивые чемпионы, чемпион тут. Как думаете, что нашло на руководителя хардкор? Ведь, как мне кажется, действие его выглядит немного странно, не так ли? Теперь сохраняется интрига, кто же из них примет приглашение на ближайшие турниры. И да, пусть их разговор не прошел вживую, но лед тронулся, господа. Думаю, не сегодня-завтра нас ждет что-то интересное. Историческая хуйня. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА.